День, когда растут тарифы. Сегодня, 1 июля, изменились тарифы на коммунальные услуги. Как было ранее заявлено в отдельных муниципальных образованиях, рост коммунальных платежей не может превышать 4,8%. В среднем по региону 2,4%. Напомним, что в этом году в связи с повышением ставки НДС индексация тарифов на коммунальные услуги проходит в два этапа. Нормативы меняться не будут, меняться будут только тарифы. Жилищных услуг это тоже коснется, только в части коммунального ресурса на содержание общедомового имущества. Тариф на тепловую энергию Бискэнерго вырастет на 2,4%. В частности, горячего водоснабжения компонент на тепловую энергию прирастет также на 2,4%. Тариф на холодную воду увеличится на 2,2%, на водоотведение на 0,63%. Цена на электроэнергию для населения вырастет на 2,5%, в жилых помещениях, которые оборудованы электроплитами, на 2,46%. Цены на сжиженный газ увеличатся на 1,4%. Тариф на услугу по вывозу ТКО для 4 класса опасности вырастет на 2,33%. Напомним, что уполномоченным органом по установлению нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги является Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.